Итоговыми кандидатурачилер эги будет кускай бирини карагат. Буканивер тараселена лавка кора подкилбер кинигер глухой переулок катарар. Он таксус уяга алабетер тухинча агасы сюрбетет лаха татулдубут мас абиег абиек. А икитунча утас лаха стройкон тарилта сергутен сангаттан тутутун карагат. Бу бәйтін кәнігер астроф башын кәніктен бір әрге историческай тұтуынын ағылыра. Онны хамы солталаға бұ қораппыт бір бастықы әргенің жетінен болыра. Бүйі береге бұ сәлену лаппы тұхынан бігі сихілі білеқпіт. Дүкускай қорат бір бере мас тұтуынан сәлену магазин туыс мағығына дейін ақтанар тұту жие білдер әді. Бұлыр-бұлыргіттен үті манна корот олоқтоқтыра, онна корот үлгеттара, келе бара хыжаннар, бұл туық ұраты архитектурулақ жиетей дейіннер мен жақарақтарын қатырдылар еті. Түгінші ағыс өсілбекке ұллаққа Михаил Михайлович Спиранскай Сибирь губернаторынан ананан келен баран бұл Сақа Хергер Улхан реформаны өппіта. Окурдук чугуска корот обаласкининен обаласка биес окуруктар уеска биттере. Чугускай корот обаласкине буаларын бүгүтүнөн нехилинияга туху таркатарга соленой магазин ден улуктап биттере. Оттон окуруктар кийинерегер бар короттарга соленая стойка ден. Атанар туху эми нехилинияга таркатар остойкалар тутуллар болуп биттере. Оны түгінші ағы сүйбетті өтіллаққа, түгінші ағы сүйбетті өтіллаққа. Бұл жүгізгі қораққа оны обаласқа, обалас начальнигінен үлелебет Дмитрий Иванович Рудаков, ұстасқа советник чыннақ, оны келбеннақ үлетін үйін орденінен нағарадылым мұт, обалас начальнигі бәті бұхатчы жағаян бұл күрір жевіт. Исторический диетин туттан бута, түгінші ағыс өсілбетті өтсіллаққа. Бұ девуллағына тоқты ұраты архитектуралақ, седақ, ол хағына дағыны, онына білігін дағыны, қолығын Сибирьге үтіндік мас тұтулар суақтар еді. Мен архив документтерін хен үйреттім, четтім, ол ғынан баран, бұл маңы тұппыт архитектор, оны бедірәшетінен үлелебет кейі, ол атын солын бақа көйен, бұл бақа жабын. Онтан, өттен білден тұрар архив документтерін өсі қасыған, кейін архивтерген үлелен кейі бұлын сөп. Тоғын етеқа бұл соленой мағығын болылағына сударыстыға қағына сұртуға тұтылығы де өт болар. Кені архитектурата дейін бұл үкі ұлақан арқылақ. Иті арқылар болдағына үйінен үкі түнен аңына ақтар. Иті аңынан болдағына үйінде кейдіған. Оның өші үйі керілігінен дабайан тақсан үйті үкіш әті әйгер оның түнліктері ағас әті. Ол туғы құрдырға аналлағы екесе тәз. Оңтан аллара өтті болағына туғы атылғыр. Бұл ұлысы өтті бәрі істейінеті бүтін үйті соғыру. Оның көміс көнеті. Оңтан үс өтті болағына біревінетінен бәйтінен тұрбыды. Бәтірі өтті бәр бүтім құрдық мағығын. Оңтан аллара өтті бәр болағына ол мағығыны тұттан олары ақчылар, атығыттар, үләхіттер олары сіндірі әді, дейлері ұваттыры. Бұл мағығын, кәнікі нағыта сүтен манна дегізгөй қораққа аты әрген ұлқанны күйіске сайдан, атығыттар бәйлерін мағығынларға туғы дәлейдік атығырылығы бол бұттарын кәніне, кәніне бұл суалтата сүйті аңызды. Ол ең түгінші ағы сүйіт бүйоны сұллаттаныла бұ жиені қорат суатығар бербіттері. Оның қорат суатығар болғаны жабымаңына аны үйеллар олар бұл бұттары.
Олора дей болды. Онтан бу этте боллагына чугас тук боллады. Аты эрген кийне, ачыгый бахар, эгин онан боллагына манна эргемсиктер, аты хыттар, торгомсуттар, урбаниттар келер барар, корачиттар келер барар фиддере, конор өлүү фиддере. Онан манна элбек кий олора насбыт диета уата буалар. Ити кенники эриусе хагалыты кенне манна эвредерге бу эги беягыт үмөр сүптер желе уттак болуктак биттен турасаннар токтабыттара бу маны бу жыяга аны эвреске маллелнеден өскү жыбыта онтан тыгынча агы сүйсүй бехисылларга бу жени корот туа хебиете корот хебиете олора жыяга кубулуппута дебирейдер манна олоктоо дебирей олоктоо дебирейдер үңөр хүктер болбаппыт бихи уну аны уже себеске олок комнишиеске олок онан бихи аккастана биттен үңпөп биттен онан жа тыгынчы 990-сылдар бүтөктерге дээри бу жыяга жоннор олорбуттар онтан ики тыгынча түбөт ыллаакка бу олаата тутулуута сүйс овонча вот огул тукары эпте бу жээ олок жукускай коракка манна нехилиняга бидилер көстөр тутуу быхытынан төһө дааны эргер битин ихин төһө дааны сигге уокка тимит битин ихин жон барда караан катыр хирете онтон ол ики тыгынча түбөт ыллаакка көтүрүлүбүтө көтүрүлөн кохуттан бу макет быхытынан ихе таас таха бу массив тен атынан маңынан эпсей демите иннегинан билигин аты эрген маңына буолан турар эмие ол биле маңнайкы кайдак тутулубутай дааны маңын оагына туус кене билигин атын атын маңын буолан турар жукуску коротко ике тестак олоро же мас тутуута көңүллеме деди туакка оскуола колубу ике тесте оскуололар эгин тутулуктарын чөп того ол жээлер билилен турар таас олбокко тутулаллар эте оттон олоктоок жоннор ике тесте жээни тутуктарын бардактарына аллары өттө каян дааны таас болукта ону бии жоннор бут билилен турар ыар каталлар эте онан бир этес үксе бу жугуска корот бир этес таате онна агыяк саннак мезаниннактар дээлер мезанин ден дээлектер ол үдүгер эки сетес курдук болан баран эки сетеинен акбаттар эте бир ураты бу тутуу болор оттон ите ачыгы баар диете эме бу манны көрүңнер эп огонома кинене колордон лабда бүтүнө галерея колонна оны үйе ики сетегер боллагына товары ол продуктаны ийин барытын чайы товары барытын онуна кыстыр онуна карайер этилер андан бутимөз бул исторический сыйгар турар да бу соленой магаын боллагына көтүрүлүптүн кенне махын туукка эмилен ярославска атынан музей сыйгер отугар көрбүттере махын онтон бу бээтин боллагына историческое место тигер эме бу кооттон туппуттара же бу между прочим дияка бу жакусе корот самый былыргы урукку тутуутата эп тие соляной лавка кини туппуттар тыгынча ага сүйбө төрт ыллаакка так ол кенттен төрт ыл буланман эти кружалары туппуттар мас кружалар ондон кружала онна соленой лавка икки хаамай кыджагас хаамай интерегине жокуска кора жээлери тутуулар эте вот ону бу тас көрүң атын эте эпте оригинала бу аркалары ген улакан этилер эпте онда керим боллаганы били көтүрөннер
Кочуранна тун маган туохадда бар бутта. Когда вечешь кому тебе борвер, ага, бу новодел где наттанар. Мандавалла на соляной лавке были туох тусатулы заребит. Он на когда еще туох был чуттаж были туох тансаларым борахтарын дороптарын манда охотничий магазин где переехать вот Он там был на вечешь власкелер. Сюрприз был в Ардахе, он на тух был. Тоже тух, общепит в столовой году, кафе. Кулаковский, экскуляки, лорд будет там, он на ровно хоть на тут будто. Он был на тем Риас, Уолла, Риас, Кулаковский, Курьячи. Меха капсиля это был. Агам он на товары стара бы улучшены тоже на бутылках ходят для денег. Иногда было бы глухой переулок тяни там на Кылгас улучшил году. Бу глухой переулок как будто я он говорит а Моса блин эти бады а Моса где-то старый город туда. Он бы он на тур бутыл. Он там было мин я сейчас то он сюда да ходя город. Гелерин, гелерин, которым кирем брала. Он на володя, мен Дмитрий Конович, он был на нам, на интересе был, хоть и был ирги. Кини был ирги, была на нам, парда, потом были кохорен музей интерьера. Он на было бы и кен нага интересе гир, он на твохтуре тебе. Будя кора под гелерин, потом кохорен на Еще я объект, он карты скатил, я ходил. Ага. Кино карты скатил, меня нет. Он там был, он на Петре был Преображенской, там на где-то в Арабке. Он на Петре был, кора детям, бартен, который, который, вот там на где-то на мне, который, дорогие. А он на норту уратор, ну, тут он объект. Он на самом манда Сюрен кадлен, глухой переулокка. Он был тугу Преображенский тюгадлин. Он там был на глухой переулок, когда были Амоса в Гетина. Он там был на соляной лавке. Он был соляной лавке, он был он там тюгадбитим Яхавадда. Бар. А был глухой переулок там тюгадлин, прямо он к фасад. Ага. Он там, он дикий варан, еще он там тюгадлин. Он тюх, или нет тюгадлин. Арга тут то не имеет тюхербитим было бука. Вот в общем хасада тюхербитим. Вот он нам было на бо отдыхай интересней объекта. Он нам из ухом на каркаладате. Ага. Он на тюнюк тоже было были мне тюнюк он вот тут. Вот тюнюк то что вот. Тюнюк тоже было мне рад тюнинетле. Вот. Он был бартин уростан кашпитте. Он был туате, при уроку эрге соляной лавканы, как памятник истории, культуры ден, из пиеке киллер битте, ты ничего того сусед тон алпеллаха. Он на манно манных туахта, это он доска варит. Охраняется государственный. Валерий Кимович, добрый день. Вы являетесь участником вот именно реставрации соляной лавки в 2006 году. Расскажите вообще, как проходило вот это вот мероприятие? Ну, наше предприятие тогда называлось АО «Стройкон». Я работал в ней, в этой фирме мастером. В 2005 году мне было доверено эта почетная должность. И, значит, меня назначили мастером этого участка. Здание по тем временам, в те времена находилось в плачевном состоянии, потому что шла оттайка грунта, искривление, значит, дом покосился. Но он представлял из себя аварийный объект, так скажем, да. Поэтому я думаю, что решение было принято правильное, реставрация этого здания, потому что оно несет, так скажем, все равно значение какое-то историческое для нашего города, для республики. Вот. Генеральный директор Полушкин Иван Иванович, это вот тогда руководителем АО «Стройкон» он является. И сейчас вот эта фирма тоже существует. Он доверил мне эту, значит, должность, эти работы. Работу мы начали в 2005 году, в летний период с демонтажа. Сложность заключалась, значит, в капитальном, так скажем,
здании этом, в самом в стенах и так далее. Да? Там были очень сложные связки на углах, значит, тяжелый материал был. Он из лиственницы был построен, это здание. Основательная была, да, постройка. Поэтому при демонтаже, ну, определенные трудности были. Перед демонтажом мы здание полностью обмерными чертежами, значит, замерили, пометили каждый столбик, каждое бревно, каждую деталь, потому что, ну, в дальнейшем предполагалось, что его, значит, реконструируют, поставят где-то на каком-то, на какой-то площадке или на территории Краеведческого музея. Вот. Сам, вот это, так скажем, само вот это новое здание, оно представляет из себя конструкцию из железобетона на свайном фундаменте. Внешняя отделка вот из, как вот вы видите сейчас, из деревянного профиля. Изготовитель этого профиля ООО «МАС», лицей директора Будищева, он нам очень хорошо помог тогда. Да, совместная работа происходила. Технадзоры очень хорошо относились к нам, с архитектуры города тоже приходили, помогали нам, рекомендовали, советовали. Строительство длилось около 7-8 месяцев, то есть мы в 2006 году его уже ввели в эксплуатацию. При проектировании, значит, проектанты максимально постарались сохранить все мерные чертежи, размеры окон, дверей, проемов. Единственное, что изменения мы внесли, это по внутренней отделке и по несущим стенам самого здания. Там немножко изменения были внесены. Вот. А так по наружным, по внешнему виду и по наружным размерам это здание, оно соответствует, значит, историческому своему, так скажем, оригиналу. Кроме самого фундамента, который вот из-за оттайки грунтов, значит, он его повело, и здание уже существенную осадку осуществило, значит, да. Кроме этого, сами внешние стены, они уже, ну, под влиянием, значит, природного климата и времени, значит, пришли уже в такое состояние, что его даже при капитальной обработке невозможно было бы собрать обратно. Потом при, значит, строительстве этого здания старыми, с древними, так скажем так, старинными работниками применялись определенные там узлы на вот скрепление вот самого, ну так скажем, венцов стен, которые мы бы повторить не смогли, это реально. Если бы мы разбирали бы, то восстановление это было бы там уже, ну так скажем, хлипким, ненадежным, так скажем, и, ну, не отвечало бы времени требованиям то современного. Вы как, ну, профессионал, как строитель, как архитектор оценили уровень, ну, как скажем, ну, профессионализм, можно даже сказать, всех вот именно предков, да, как они вот основательно и очень интересно, да, подходили к стройке. Да, очень интересно было. Ощущение было, что мы все-таки прикоснулись к истории нашего города, к нашей истории нашей республики. По, значит, информации, ну, наших архитекторов, историков. Мы знаем, что здесь, кроме соляной лавки, еще в одной половине находился магазин, торгующий порохом, значит. На втором этаже находились там склады, и он являлся еще и домом для проживания хозяина вот этой соляной лавки. Да. Ну, при монтаже, вот при демонтаже, вернее, значит, под полами, под настилом, мы находили, да, мы находили вот бытовые предметы, утварь того времени. Ну, не в таком большом количестве, чтобы это представляло там какую-то ценность, да. Ну, небольшие там мелкие монетки находили, там остатки спичек, например, да, какие-то вот этикетки, там какие-то упаковочки какие-то от спичек, например, да. Вот это было тоже интересно. Вот. Впоследствии все, что мы демонтировали, мы вывезли на территорию Краеведческого музея, ну и передали им. Ну, вообще, вот пример соляной лавки, это вот как раз
то, как нельзя делать. Нельзя как, вот так сохранять объекты культурного наследия, нельзя. Это, я бы сказал, такое варварское отношение к нашим памятникам. Вот посмотри, стоял нормальный объект, да, вот. И его просто-напросто снесли, снесли и по мирным чертежам вот поставили этот новодел. Представляете, а тот материал, настоящий, аутентичный материал, деревянный, просто собрали, он просто здесь валялся. Потом горожане стали возмущаться, как так, чем вы занимаетесь. Их просто их собрали, половину растащили, половину уже не было. И весь этот материал увезли на территорию музея Ярославского и там складировали под открытым небом. Там, правда, есть один контейнер, что-то положили в контейнер, но весь остальной материал, он так вот лежит на сырой земле. Поэтому, конечно же, это вот относится, к сожалению, эта политика относится ко всему старому городу. Здесь все объекты – это новоделы. Да? Они по мерным чертежам, сделанные их копии. Ну, скажем, даже почти все не из деревянного материала, это каменные, потом обшитые под дерево. И вот здесь как раз мы должны очень правильно и бережно подойти к сохранению нашего исторического наследия именно в залоге. Это проект «Якутск деревянный залог», когда мы должны именно сохранить наше аутентичное строение, настоящую историю, вот какой она была. На том самом навка где-то тянется там все это на алтанглаха, изне культурные объекты есть, ден есть какие-то якутские ассоциации улаганан. Антон, где бета, самом навке бета тянется все это бета сенка тузловут. Антон тянется все это на алтанглаха. Мы же не желаем вам это. Там желаете, когда тебе сколько дадут будут, когда тебе сколько же будет аварий не было будут, старый город или старый город какой-то будет, на который мы на музее Славского обладает тумный ходили его будет. Там когда начал тарга, руку сорвал на лавка, он нугар. Бұл саңа новодел тұпыттар. Кетенші жалталғы ұнтан үйде тұққы кем болан үйде көтеді әңінің тұтуыны кемді қанталарлау атақ сударасылынай олған соқ болан ұнтан білінгі кем өте олар собственникті олағаны әбіқ едебілдер берілі етілер. Алкодук истас истас тутутун кэлкэлэнэхэнэн объёмэн улэппэ кудук кэлэ хадзи хаджатэн кудук тэн онны сэббэх хэдэвэлэр. Антон баллагана кэрэнчэ вонэс ондэсэллаха республикатаамэ культура министерствэта изэнэ зирэстэгэ кэлдэрэнгэ улэгэп бутэвэд. Но волана или из таких кидерган волана государственная историка культурная специзация так. А вот специзация волана сама соленая лавка документа он на париже септевый спектр полон государственная историка культурная специзация тен отрицательное заключение обдают. Антон волана бұл саңа сәлемді лапқаны рейстерге келдерінге олағаны бір сүлің енді білі төрдің сұрасы бұл болақтағы шағаны бұде сәйіске жәңгі жүр кейдер болар. Антон болағаны бұде төрдің сұрастағаны рейстерге келдерінге өлігі тұрлығы басы. Бұл стадың құрықы үйкі қайынайымай күлтіңі объекті барлар. Алкодо амосап жета, он русско-азиатский бан билингита алмаз эген бан жета. Кинде болгана защитный зона лахтат, сүстүү метеде. О защитный зонага саңа тутуу объемдан латындар ахынын болбулдат. Антон бусылтан зона охраны жан оңлах жат. Зона охраны защитный зона татына жан аханиямай территориятан латындар ахайды кечеде ахасад. Оны болгана билигин Озон охраны кейдерге ұрыналарға зонатын бізе старик қорды
территориятын барын келер әрі жауыт. Жоғана мұстады көрдет болнысы ақырын яймай болад. Олында олдағаны саңа тұту, объемдарын латынды рахын, площадтарын латынды рахын, үлкі сәтерес тұтарахына егін болбулар болад. Бұжы күскай беріне аңырырым ұстатын тұхары, бұжы күскай көріп бұтығар қайдақтақ күрдік бай историялағы жейлер білдевекі күстевекі тұролырыптан сәғобін. Бұл бүгін бігігенге сөліні лаппы историятын сәгетке біт. Онтан манан бүйіне бері өт теміктенер, қаскына бұжы күскай беріне көріп бүтін ұмнуман күрсіқ қадері.